находимся в Звенигороде. Приехали в монастырь Саввы Старожевского. Мужской монастырь. Сейчас посмотрим, как они тут жили, что делали. Пойдемте посмотрим. Вот такие большие стены, чтобы никто не разбежался. А может быть, даже они оборонялись. Ну, вон экскурсия пошла. Надо их догнать, они что-то ведь, наверное, будут ценные говорить. Посмотрите, ничего вам не напоминает? Иван Васильевич меняет профессию. Бегали здесь. Та-т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 а. Прыгали с крыши вот с этой. Вон там вдали, сказали, царские палаты. У нас гида нет, некому рассказывать. Ну вот так вот посмотрим. Смотрите, какие деревянные это крылечки. Так интересно все. Я сейчас заходил в этот храм, там идет служба. Прям нечего комментировать. Будем так смотреть. Все старинное. Вот тут люди живут, службы несут. Кто посвятил себя Богу? Савва Старожевский монастырь, вот и дата есть, 1398 год, мужской монастырь. Успеете прочитать? Видите, какое старое это здание.
скот охраняет от мышей. Что-то ходят, что-то делают. Интересно, какой-то ход. Ну, давай-ка спустимся. Проверим, что это такое. Представляете, мы прикоснулись к старине. XIV век. Здесь люди жили. XIV век. Как все сохранили. Только что обратил внимание, посмотрите, еще старинная древняя деревянная крыша из дерева. Царицыны палаты. Вот заходим в царицыны палаты, вот это вот трапезная. Посмотрим трапезная. Да, точно. Надо. Вот так, такой посудой пользовались. Как сервант наш. Глиняной. Теперь. Ой. Это, наверное, кастрюля. Интересно, смотрите. В те времена были вот такие вилки, ножи. Пойдемте дальше. Интересная посуда была, да? XVII век. Прикоснулись к старине. Светлица, печка. Выбирала сама разведная комната, но я там раз под светлицу и заметил коллеги. Это светлица, здесь занимались и рукоделием. Стулья, да, еще, нет? Или уже потом? Стулья, это 17 век. 17 век. 17 век. Вышивали. Вот, вот вышивка тех времен. Выбиралась самая светлая комната.
А вот то, что вышивалось. Телевизоров не было, вот занимались рукоделием. Заходим в гостиную. Это гостиная, да? Видите, сделан специальный низкий вход, чтобы человек кланялся. Вот она гостиная, какая была в те времена. Сундуки, ларцы. Обязательно птичек держали, чтобы слух радовали. Свечей было мало, видите, лучины ставили и поджигали, а внизу ставили тазики с водой, с песком. Но подсвечники есть, свечи тоже использовали. Вот этот сундук называется подголовник. Когда спали, на него подушку клали, и этот маленький сундук служил для того, чтобы ценные вещи хранить. О, сколько всяких сундучков маленьких. Вот эти выемки так и были в тех временах. Это не специально сделано. Вот такая вот красивая печь. Печь топилась или внизу, или в соседней комнате. Здесь воздух всегда был свежий, чистый. Стены всегда покрывались каким-нибудь материалом. А потолок расписывали, чтобы радовало глаз. Вот эти лавки использовали, чтобы сидеть и спать на них. Их сдвигали и спали на лавках, чтобы кровати не возить. Мы прикоснулись с вами со стариной. 14 век.